полиции и закон о полиции, он предусматривает у сотрудника полиции иметь удостоверение, служебное удостоверение, жетон. Ой, закройте, я пока не захожу. Скажите, пожалуйста, мне сканированную копию этого федерального закона, подписанного Путиным. У меня сейчас этого закона... А он точно есть? Он есть? Он есть. Федеральный закон о полиции, подписанный Путиным, есть, вы утверждаете? От 7 февраля 2011. Подписанный Путиным, он есть? Ну как же. Он есть? Есть, существует такой, да. Здорово. Начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Николаевскому району Жуковского Вера Петровна утверждает, что у нее есть сканированная копия экземпляра федерального закона о полиции, подписанного Путиным.